аппетитного настроения, друзья. Сегодня вместе с вами будем готовить попкорн. Попкорн такая штука, для приготовления которой нужны нехитрые приспособления. Вот специально закупленный, нет, вернее, подаренный нам нашей крестной мамой. Спасибо ей за это большое. Чудесный попкорноделательный аппарат. Засыпаем специальную мерную чашку. Здесь видно, что в чашку попадает необходимое количество зерен кукурузы, которое нужно загрузить потом в попкорноделку, и она там взорвется, вылезет оттуда такими крутыми, здоровскими, раздутыми попкорновыми штуками, как назвать, не знаю, кукурузинами. Вот мы их засыпаем. Предварительно разогревать ничего не нужно. Аппарат Endeavor, он работает неплохо, кстати. Но есть один маленький нюанс, о котором мы поговорим немножко попозже. Вы сами увидите, что происходит, если его не накрыть правильно крышкой. Крышку установить не так уж сложно, но вместе с тем и непросто. Вот специальный мерный стакан закрывает Endeavor. И дальше мы его запускаем. Ну, запустили, почти. Вот сейчас запустили. Он работает. Здорово, класс, смотрите, он работает. Кукуруза начинает прыгать, подскакивать внутри. Вместе с чем с этим чашка разогревается, и кукуруза тоже начинает нагреваться потихоньку-полегоньку. Она доходит до температуры, которая нужна для ее срывания. Сейчас, буквально через несколько секунд, попкорн начнет производиться. Это такой производитель попкорна, это очень, на самом деле, недорогая вещь, а звучит она достаточно громко. Я думаю, что даже громче пылесоса, даже если прислушаться, то, наверное, децибел где-то 55, наверное, не меньше. Но заполняет своим шумом всю кухню, я вас уверяю. Но сейчас, когда начнут взрываться попкорнины, смотрите, они уже начинают взрываться. Это просто фееричное зрелище. Сейчас одна за одной они полезут просто из этой, да, попкорноделки наружу. И мы почему-то случайно забыли закрыть крышкой ее. И теперь, ну, я не знаю, друзья мои, что будет происходить. Ну, правда, всем аппетитного настроения, потому что съесть такое количество попкорна, нужно иметь аппетит. И что же мы видим? Смотрите, он делается очень интенсивно и быстро, и выпадает в миску, специально приготовленную для него. На самом деле, это только начальный этап. Ванек, привет. Ну тоже лайкос. Ставлю лайкос, Ванек, молодец, умница. Вот смотрите, он просто вылезает оттуда в неимоверных количествах, при этом хлопает, взрывается, издает такие приятные хлопающие звуки, от которых дети просто в диком восторге. Вот, а сейчас еще и будет оттуда выдуваться, а крыша... вот смотрите, классный момент, да? Ну, полетело, мы его выключили. Это я смеюсь, ничего, такое бывает. Вот, и... ну, Ванек с Петей его, конечно, благополучно собрали, сложили назад миску, ничего страшного, дома у нас очень чисто. Мамусик у нас чемпион уборки, он следит за каждой пылинкой, поэтому нам не страшно из пола съесть какую-нибудь вкуснятину. Ну что же, а вот уточка немножко причаилась сбоку, но уточка будет в нашем другом рецепте, она будет с яблоками, я думаю, в медово-горчичном соусе. Смотрите, друзья мои, о, как здорово, какой футаж, ага. Это Frosted Popcorn Mix. Такая штука, Glazed Pop называется. Вещь, которую нужно предварительно смешать со сливочным, желательно маслом. Можно добавить немножко подсолнечного, без вкуса, без запаха. И тогда получается чудесная глазурь для нашего попкорна. И сейчас мы эту глазурь с вами будем делать. Ну что ж, так... отправляем в кастрюльку масло, оно начинает таять оно достаточно интенсивно, но не рекомендую сильно разогревать кастрюлю, чтобы она не кипела и не сгорела. Вот мы здесь добавляем еще и растительного масла, чтобы глазурь была более интенсивной и обволакивающей.
она должна быть, ну, такой, проникающей в структуру попкорна, чтобы он был более насыщенным, сочным и ароматным. Растворяем масло, ждем, пока оно растворится. Ну, что-то оно как-то медленно растворяется. Масло. Эй, растворяйся давай. Он не растворяется, я не пойму. Выключили что-то? Конфорку? Не выключили. О, смотрите, классно расходится масло. Это просто произошло из-за того, что мы добавили масло растительное к комнатной температуре. Вот мы Glaze Pop добавляем. Целый мерный стакан, как положено по руководству пользователя. Там написано, что мы добавляем его по вот этот мерный поясок, который там указан. Значит, масло у нас растворилось. Подсолнечное, сливочное. Сливочное, как правильно говорят в этих домах Парижа Лантона. И мы добавляем сюда Glaze Pop. Потихоньку, не спеша, потому что там есть какао, там есть сахар, и есть еще какие-то дополнительные ингредиенты, которые создают глазурирование для нашего попкорна. Очень не хотелось бы попкорн испортить. Нужно сделать его максимально вкусным и приятным для использования в ходе киносеансов, да. Ну, поглощение и поедание. Так, вот мы аккуратно высыпали весь Glaze Pop. И чуть-чуть его размешиваем. Нужно сделать эту массу гомогенной, ровной, чтобы она выглядела как настоящая глазурь. Для этого мы помешиваем на среднем огне. В течение, я думаю, там минут 2-3, пока все не смешается и не диспергируется. Да, пока не превратится эта масса в нечто гомогенное, что потом можно будет полить на попку. Вот у нас вроде все получилось. Так, да, это я говорю, что все получилось. Отлично. Теперь мы поливаем ее на попку. Ага. Так, ну что ж, поехали, ребята. Процедура очень интересная. Вообще, в профессиональных машинах это делается автоматически, там добавляется этот глазурятор, как его еще назвать, я не знаю, это глазурь. Добавляется в уже приготовленный попкорн в ходе его приготовления и выползания из этой специальной попкорновой банки. Ну, здесь мы делаем это сами, делаем это из натуральных ингредиентов, почти, за исключением Glaze Pop. Потому что масло у нас подсолнечное, дезодорированное, масло сливочное. Я думаю, что как минимум томаровское, может быть, Краснодарский край. И его получается, по-моему, неплохо. По-моему, получается все очень здорово. Разливаем мы этот Glaze Pop, перемешиваем. Ну, нет слов, что... Да, надо весь его вылить туда до конца, и мне кажется, что... Детям это все должно очень-очень понравиться. Я даже в этом не сомневаюсь, что понравится. Тем более впереди у нас это видео, кстати, снималось до новогодних праздников. Поэтому впереди у нас новогодние праздники, много интересных фильмов, прогулок, приключений. И вот для того, чтобы эти самые фильмы были еще интереснее и были более запоминающимися, мы приготовили такой чудесный попкорн. Вот смотрите, он абсолютно весь теперь в глазури. Глазурь за счет масла подсолнечного и сливочного проникла в глубину попкорна. И на самом деле это очень круто. Это очень классный, качественный, хороший попкорн. Ванек. Так, протягиваю руки, Ванек. Ванек вообще абсолютно доволен. Он молодец. Спасибо огромное за просмотр, очень рад знакомству с вами и предлагаю в следующих видео разобраться о том, как готовить еще что-нибудь. Потому что канал у нас разноплановый, движниковый, развиваемся, идем вперед. Обнимаю вас, аппетитного настроения, пока-пока.